Ну и все, у меня батарейки на всю трансляцию не хватит, если так будут старты давать. Уже идет задержка. 2 минуты. О, стартовали. Ветерок, конечно, поднялся, это для каноистов всегда создает проблему. Самая жесткая борьба на поворотах. После поворота лидер не сменился. Все как гнали, так и идут. Артём, молодец! Плотная группа лидеров. Вот во второй поворот.
еще осталось 4 круга. Удивительный темп. Фактически растянулись на 200 метров. Это у нас первый приходит.
Осталось 3 круга. Тройка лидеров, интересно, кто-нибудь их догонит хотя бы или сократит с ними разрыв. Третий чуть-чуть подостал, да?
на повороте смог оторваться. Интересно. Чем меньше кругов остается, тем больше болельщиков собирается у финиша. Слушай, ну ты глянь картинку, она там не сползает ровно или что? Ну, она просто у меня, ОБС там, еще картину показывает собака. Картинку посмотри, что не слышишь, что я тебе говорю? Я остановлен? Поехал!
13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25, 11, 12, 13, 25,